двигатель 2,9 бензиновый, 380 лошадиная сила. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2021 года выпуска. CarPlay работает. Заехал сегодня к одним ребятам, разблокировал CarPlay. Кроме блокировки предложили развернуть на весь экран, решил сразу сделать. Результатом очень доволен. Работает как от провода, так и без. Итак, ребята из Фортани постарались и привели тигру в полный порядок, теперь блестит как новый. Убрали все сколы. Закатали полностью в пленку. Забронировали лоб и крышу. Забронировали фары. Нанесли защитную пленку на монитор. Покрасили основание боковых зеркал в черный глянец. Дверные ручки в черный глянец красить не стали, отговорили от этой идеи, перебор по черному цвету получается по борту. Отказался от этой идеи сетки для защиты радиаторов в бампер. Надпись GTS на молдингах передних дверей. Ну вот не хватало мне их. Наклейки красного цвета, но на фоне бордового, кажется оранжевыми. Впечатление о Macron GTS.
путешествие из Петербурга в Москву.